Итак, всем привет, ребят. Вы на канале BileStream. Продолжаем прохождение XCOM 2, записывать летсплейчик. И у нас ситуация там такая. Да, операция «Демонический молот». В общем-то, в прошлой серии не успел его завершить. Буду с вами в этой серии пробовать проходить. Что-то, ребята, у меня прям ошибка вылазит и вылазит в этом XCOM. Вроде стимовская версия, все официально. Как только я подхожу к концу, вроде все как удачно. Тут у нас предстоит сейчас убить. Сейчас я посчитаю. Это 4 кодекса. Это один МАК-2 противник, один здоровый робот, плюс Андромеда новый. Очень-то, скажем, тяжело. Плюс один боец у меня без сознания. Вот он самый. Ладно, пробуем. Вы уж поверьте, в сравнении с первым XCOM здесь проблематично все. Так, и мы бойцом. Сделал проверку файлов, оказывается, у меня два файла были какие-то повреждены, что ли. Ну, надеюсь, это помогло. У нас в этой серии как... Назло, что ли? И босс. И кодексов полно. И Андромеда. В общем, весь комплект. Да, и попугай что там посвистывает. Давай, белки в глаз прям. А кодекс эти плодятся, как я не знаю кто. Шестьдесят один. А если я режим овердрайв? Попробуем убить. До хрена лысого. Пойдем с кулака убивать. Я уже думал, сейчас кулака промахнется. Он скрадется, это здоровый. Надо сейчас скидывать без сознания моего инженера. А вот это вот, кстати, малоприятная вещь. Да ты охренел, что ли? Ну, устрашение на них, кстати, вообще не видел, чтобы срабатывал. Сейчас самый раненый понесет его. Пошли с этой кучи. Вот он, робот стоит. Заводик. В общем-то, да, мне надо завод в любом случае проходить, потому как... Потому как у нас... Да что я все никак не договорю-то. Все думаю, как пойти. Проект Аватара все равно распространяется, и надо заводу крошить. В любом случае... А игра, ребят, блин, советую всем пройти ее, советую всем поиграть. Охрененно сложная вещь. В отличие от XCOM 1.
Тут надо и думать, тут надо и посмотреть, и так, и сяк. Я уже записываю не знаю какую серию. Все стараюсь, знаете, как записать. Вот у меня есть как бы загрузка, да, что там прямо последнего здесь именно бой. Успешно, но выдает ошибку при записи. А записать хочется прямо сначала. Как взялся за миссию, так и показать вам. Особо строго не судите, я первый раз прохожу. Сейчас самое главное, чтобы они не промахивались. Ему надо разорвать броню по полной, а потом его со всего залпа, со всех орудий. Если вы сейчас не положите вот на этом ходу, у нас потом будут проблемы. Так, ладно, я думаю, что снайпер-то несет. Снайпер перезарядка. Вот все не вовремя. Вот верите, вот все не вовремя. А мне надо урона. Так, давайте я сейчас сохранюсь. И будем пробовать убивать на этом ходу. Если на этом не убьем. Вот о чем я говорю. 78%. У меня даже 96% был промах. Ну, дай крита-то. Не убил. А все почему? А все потому, что у нас тяжелый пехотинец промахнулся. Попади ты, друг, было бы все хорошо. Будем надеяться, что он тоже промахнется. Угу. Понадеялся я зря. Все сложно. Ребят, вы уж простите, я думаю, что ничего зазорного, что если я загружаюсь. Сохраняюсь. Да что ж ты будешь делать? Вот. Ну, с меча тоже не вариант рубить. Одна надежда, что если он сейчас промахнется. Потому что снайпер вот такой дамаг. Можем попробовать на подавление поставить. И при движении он хотя бы как-то точно снизит, либо попадет. Вот смотрите, вот все, вся одна и та же картина. Но неужели вот 70 с чем-то процентов нельзя попасть? Вот как будто по написанному сценарию это все тут идет. То есть как бы ходы, да, процент, такое ощущение, что не работает. У меня как-то был бой, да, 96% промах. 50 там или 60% стреляешь уже от палды, попадаешь. Как тут шанс распределяется? Вообще понятия не имею. Ну, давай по-другому сделаем. Давайте гранатка приложу.
Сейчас мы так приколимся. Потому что мне нахер не нужно, что ты мне так снайпера критуешь. Просто гранату тратить, скажем так, западло. Там народу еще будет много. Тут сейчас еще адвенты пойдут. Плюс еще мэг боец. Дальше. Андромеда. Ладно. Покуда все терпим, терпим. Так, искра. Кстати, искра от Андромеды. Вот я здесь первый раз увидел Андромеду. Тоже хорошо огребает. Кислота броню разъедает. Что там про Overwatch говоришь? Да я слышу, слышу, вы там копошитесь. Так, снайпер, снайпер, поднимай. Почему снайпер? Ну, потому что снайпер... Можно с дальнего расстояния зону поражения ставить скилл, да? Ну, где-нибудь здесь даже позицию. Но я думаю, не здесь, а где-нибудь вот здесь его занять. А, сдалека уже чисто так. Кромсать. А вспомнить, какой тут босс был. Я на него и огненную гранату. Кстати, надо кислотную гранату купить и второму тяжелому бойцу поставить. Один будет с огненной, второй с кислотной. Действует типа как я от эффекта. Поджег, либо кислотой отравил, все, его разъедает. Там в течение сколько-то ходов. Слушай, в принципе, можно куда-нибудь вот сюда. Потом можно вот сюда вот переместиться. Че это завод? Только показали, что... Ну, раньше должно быть. Так, ладно. Вылазите уже, ребята. Опа. Тоже там получил по щам. Кучнее, кучнее. Соберитесь в кучку. Так, подожди, подожди.
Так, гранатку я еще приберегу, она мне пригодится. Ай-яй-яй, наверное, ты не убьешь, да? Да, попробуем. Не, смотри, еще и скрита дала. Так, первый выстрел должен, друг. Хорошо. Блин, не видит. Отлично. Плюс экспа нужна все равно, как ни крути. Ох, ну только попади. Это дело я сохранил. Это не гражданские лица, это адвент. Ну, видимо, завод, да. Да и судя по состоянию образца, я бы сказал, что изготовили его недавно. Это объясняет, откуда их столько. Ясно, тут, короче, они это... Мутит, крутит. Тут отсюда нам надо образец утащить. Причем также на себе. Сперва человеческие тела, теперь адвент. Что-то мне подсказывает, что их не похищали. Мне кажется, что производственный объект, правда, он выглядит по-другому. Возможно ли это? Может, отсюда выходит войска Адвента? Ребят, пока все хорошо идет. Пока я терплю. Последний пак мне хватит разорвать, в принципе. Самая херня в том, что вот эти вот кодексы... Как назойливые мухи. Так, подожди, давай-ка поднимаем. Андромеда еще, кстати, бьет очень сильно кислотой. Но я пытался, знаете, как воевать? Я пытался сблизить рейнджера к нему, и он промахивается. В основном по рейнджеру. Но, опять же, это чисто такое вот... Есть шанс промаха, есть шанс, конечно, попадания. Но попадет, будет больно. И у него еще, черт возьми, две полоски ХП. То есть сначала одна полоска. И как бы заканчивается, потом вторая. Так, бомбило. Пока вроде как на исходный. Ну вот, собственно, они сами. Похоже, эта штука готова что-то разнести. Он прям сквозь стены через все. Это защитный костюм. Эти выбросы могут быть токсичны. Будьте осторожны. Да тут, блин, осторожнее некуда уже. Так, дайте-ка я сохранюсь. Так, как раз-таки не быстрое сохранение, а вот последний бой. Все, есть сохранение. Ложим здесь юнита, снайпер нам нужен для прикрытия. Так, погоди.
Да, раскроем это по гранаткой, так как у него броня 3 единицы. Как бы нам так стать поудачней? Буквально. Я думаю, отсюда пойдет. Нихера не идет. Да, 95%. А вот, вот так убиваем. Угу, убили. Кстати, я его оглушил, что я его сейчас трогал-то? Надо было с кодексами разобраться. Вот вылазит с него, это какая-то жижа. Он сейчас будет кислотой бегать, еще плеваться. Вы все сделали, а как этой штуковине досталось? Что она там что-то? Вот к нему на самом деле лучше вообще не подходить. Это вообще. Пока терпим. Терпим, я сказал. Этому как бы не достался. Ёпта. В полете матрица отдыхает. Ну-ка, иди к папочке. Три урона не убил? Да что ж такое-то сегодня? Показывает, все убивает. Вот, все. Все ХП моргает. Сто процентов я убью. Но мне как-то надо еще от кодекса уйти. Панцирь Андромедов. Семьдесят 2%. Соточка.
А это лежит, загорает. Вообще. Фух. Блин, у них плазменные винтовки. Говорит, мститель, цели поблизости. Ух ты, 12 крита. Ай да молодец. Нет. Нет, ты не должен. Снайпер, держись. Снайпер, я знаю, ты должен выжить. Вот, ребята, понимаете, вот насколько это все, да? Интересно, насколько это все сложно. Я представляю там, что дальше будет. Вот я записываю серию, наверное, уже пятый, если не соврать, все пробую, пытаюсь. Так, по сути, мне надо перезарядиться. Украдите прототип с производственного комплекса Ответ. Покиньте производственный комплекс вместе с прототипом в городе всех солдат. То есть, по-моему, эвакуация должна быть где-то здесь. Но в любом случае, мне как-то надо занимать высоту. Я не знаю, где эвакуация. Потому что все время записи мне обрывалась на последнем вот паке. Так, паника снята. Я сейчас пока не буду торопиться. Я обязательно сейчас заберу сначала. Подведу куда-нибудь сюда. Но я так рассчитываю, что где-то здесь будет. Подведу всех бойцов. А потом уже прототип возьму и мы потащим до эвакуации точки. Потому что где она будет, не ясно. Перезарядочка. Но ошибки пока не возникает. Вроде как проверил локальные файлы. Какие-то два файла мне не прошли проверку. Сейчас вроде это два. Я думаю, что мы пройдем, закончим эту миссию. Пока записывал, кстати, вот эти две или три попытки данной миссии, мне, наверное, два или три достижения открылось. Так, ну давай сохранимся на всякий пожарный. Демонический молот, блин. Сколько же я с тобой намучился? Как это возможно? Он совсем осторожен. Мы должны сохранить этот особь любой ценой. Космонавт. Захватите. Что-то захват цели. А вот и подкрепление. Чуть-чуть я промахнулся. Дальше своих куда-то увел. Там ранены, тут ранены, блин, везде ранены. Черт возьми.
Вчера я вижу, у тебя есть, да, еще овердрайв, у тебя есть удар с кулака. Без маг бойца, да? Блин, а вот эти с уклонением элитные парни, они как садятся в эту оборону глухую там вообще? Куда, заяц? Опять мимо коса. Чё, Ребекка? Кунинхан какая-то. Клещи. Этот космонавт несет. Там баба несет у меня индито. Инженера. Тоже без сознания. Я попробую. Я сохранился. Я надеюсь, что они без наблюдений стоят. Улететь сразу отсюда. Без палева такой. Да-да, мы улетаем отсюда. Так, ладно. Отлично, овердрайв есть. Шестьдесят один. 50. 87. 87. Элита 87. Бах. Уважаемые, ну-ка давай-ка. Ай да молодец. Вот еще бы луту бы нам дали бы. Так у него еще овердрайв еще работает. Да по нему вообще, блин, это забить можно так попадать. Ладно, возьмем его на подавление. Понял, получил. Все, спокойной душой можно завершать эту миссию. Я надеюсь, что проект Аватара мы снизим. Подтверждает, цель задержана. Тебе напоследок. Давай, уходим. Оверотч. Да, срать на него. Ну и ты давай, друг. Перезарядка.
Больше, чем человек, открыто новое достижение. Ну, уже какой по счету-то? Солдат ранен. Мы получили то, зачем пришли, пора. Сделано ходов, задача. Отлично, солдат платит. Вообще, ребят, прям без слов. Миссия заслуживает внимания. Да сама игра, в принципе, если правильно сказать, заслуживает внимания. Вот это молот. Сколько ж ты мне потрепал-то нервов. Вон он сидит с сигаретой прикуренной. Прикурили тебя, братуха. Зора, блин. Тебе, кстати, да, надо погонял Зору дать. Давайте смотреть, что проект Аватар у нас снижался. Потому как я там мастерские уже строю, спутниковые станции связи, расшириваю мощность. Надо там еще кучу построек, там защитные матрицы. Я так думаю, псионики здесь тоже есть, только я не знаю, что как, в отличие от первой части. А здесь будет. Сейчас, наверное, все ранены. Слушайте, ребят, 20-16. Вы заслуживаете того. Дополнительные действия после рывка. Немедленная активация маскировки один раз за задание. Это стрельба на бегу. Так, что я брал? У меня там есть тяжелый. По-моему, вот это я брал. Использование гранат, броски, стрельба из тяжелого оружия первым действием не завершает ход. И выпустить град пуль, которым гарантированно поражается, но серьезный расход боезапас. Нет. Возьмем залп. Так, это мой хил. Черная вдова, да? Если вы потратите действие на перемещение, то в конце хода автоматически перейдете в режим наблюдения. Каждый успешный выстрел в режиме наблюдения дает вероятность. Не, давай вот это вот всегда на чеку. Внутри захваченного костюма нашли то, что вполне может оказаться прототипом бесчисленных сил Адвента. Даже если я полностью сосредоточен на исследовании этой особи, полный анализ потребует значительного количества времени и ресурсов. Автозаряжание М-прицел. Кстати, меткость. Трофей стазис костюм Адвента. Шесть. Сведения, добытые вами в производственном комплексе, ошеломляют. Если пришельцы в массовом порядке собирают или наращивают свои силы Адвента, нам будет намного сложнее разгромить их. Пусть вы и ваша команда продолжат этим заниматься. Стазис костюм захвачен. Прогресс аватар с ним. Отлично. Еще материалов. Ребята, я прям рад. Завершить теневой проект разработки стазис костюма. Готовы действовать по первому сигналу и обновить список задач с учетом новой информации. Так, у меня тут силовая броня делается. Каю не будем, сейчас я, ребят. На указание, шеф. Погоди. Термотопоры, терморезак. Вы знаете, как-то в начале миссии у меня, я помню, были боеприпасы, ядовитые что-то там патрон. Но, видимо, у меня убили снайперы, что ли. Я их не вижу сейчас. Мне никогда не доводилось бывать в городских центрах, так что про бургеры Адвента до меня только слухи доходят. Похоже, никто там не волнует. Деликатная подробность, например, когда? Когда-то последний раз видели живую корову. В
Время работы над проектом. Так, занимается проектом зоны испытания, уменьшает время производства. Да, кстати. Подожди-ка. А у меня же есть мастерская. А если я поставлю мастерскую? Улучшит дополнительно рабочее место. Давай-ка я поставлю. Вот. Я ставлю, то есть, сюда одного инженера, получая при этом плюс два рабочих. Правильно ведь я думаю? Нет, ни хрена неправильно. Так, кто это? Снайпер-специалист. Давай, рейнджер. Атаки на противника сланга наносят 3 единицы урона. Применение меча дополнительно дает 15 криту. Дает 10 меткости и возможности критического урона в режиме наблюдения при ответных выстрелах. Слушай, пока я не буду здесь ничего сделать, как бы... Блин, вот сюда в инженера. Окей, давай сюда поставим гремлинов. Пускай трудится. Шеф, мы все еще не забрали поставку материалов сопротивления. Они пригодятся нам для создания оружия, брони, а также... Да. Я помню прекрасно. Ребят, я помню. Разведданные. Подожди, а чтобы здесь поставить, мне надо сначала здесь и, да, установить контакт. Еще и... О. В общем, все надо. Давай заберем, попробуем материала. Ответный удар Адвента. Убежит меня такого. Да что ж такое? Противник неизвестен. Элитный офицер, тяжелый копейщик, элитный солдат. Вот так вот, ребят. И сразу, и прям сразу в бой. Ой-хо-хо. Опять экстремально сложно, черт возьми. Давай, ладно, снимаю всю броню. Так, не туда. Куда я все? Куда у меня все уходит-то? Я что-то вообще ничего не понимаю. Кого мне тут ставить, специалист? Гренадер, рейнджер,
Так, зажигательный есть, поэтому ракетницу я оставлю. Чё такое нажимается, что крутится? Может, мне какая-то кнопка тут залипает? Мгновенное убийство, улучшенный шанс крита. Шанс крита 10. А это улучшенная меткость. Да. А, я хотел желтеньким. Ты вроде у меня желтенькая, да? Вот так вот давай. Так, способности. Да, вот у него есть уже артиллерийский залп. Ну не, ну понятно, да, это граната. Дальше смотрим. Это мой медик. Второй. Способности. Полевой врач. Все дела. Что у тебя тут? Быстрая перезарядка. Меткость. Пока не будем. Смотрим оснащение. Само собой, это аптечка. Давай гранатку, наверное. Слушай, а что тебе оружие-то? Подожди. У тебя же зеленое. Ладно, поставьте меткость. Быстрая перезарядка. Все-таки что-то помирать-то не очень хочется. Так, два бойца есть. Экстремально сложно, ребят. Снайпер. Блин, быстрая перезарядка. Ну давай ставим, чё. Все-таки надо как-то выживать. 2, 3, 3, 4. Магнитный пистолет. Так, мне надо обязательно сканер боя. Слушай, светошумовая граната. Защищает солдат в зоне действия. Но гранат может бросить и выстрелить дальше, чем они. Хорошо, да. Давай, пригодятся, может. Так, это мой рейнджер. Дуговой клинок. Ага, рейнджер, рейнджер, рейнджер. Тебе вдруг здоровья надо побольше. Давай попробуем черепной бур тебе поставим. Приукрашивать вас пока не буду, кто выживет, а там уже посмотрим. Так, тяжелая пехота. Все гранаты на исходе. А что у тебя за способности? Подавление. Что-то особо-то у нее там способностей нету. Хотя за счет костюма у нее, смотри, три чеки. А, это граната дополнительно все. Так, как гренадер, дальше смотрим. Способности. Пока никто. Понял? Значит, друг, накидываем тебе. Аптека обязательно. Граната, давай гранату. Ну вот, в общем-то, ребят, поедем таким составом. Экстремально сложно. Блин, ну что ж такое-то? У меня все как невезение. Давайте с вами, ребят, увидимся в следующей серии. Долго это я пытался проходить, записывать. Правда, тяжело. А вам хочу сказать спасибо большое за лайк, комментарии, за ваше внимание.
вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, если вам понравилось данное прохождение. Да не только данное, да вообще стримы и другие прохождения. Всем до новых встреч. Пока.